Здравствуйте! С вами технический обзор от лаборатории Астроскоп и я, Руслан Зоркий. Максимально надежный, максимально простой, достаточно функциональный и недорогой. Это далеко не все достоинства героя нашего сегодняшнего обзора. Итак, встречайте! Микроскоп Livinguk 3S NG с набором аксессуаров K50. Оптический прибор поставляется в красочной коробке внутри пенопластовой формы. Вес поставки не более 3 кг. Комплектуется одним окуляром, одним объективом и набором аксессуаров. В набор входят готовые образцы в количестве 5 штук. 4 инкубатория с дрожжевыми грибами, морской солью, яйцами артемий и клеем для покровных стекол. Есть емкости для суспензий, пинцет, пипетка, микротом, чехол для микроскопа, инструкция и методические указания по наблюдениям. Микроскопов компании Livinguk длительное время не было на рынке Украины, и к нам в руки попала первая поставка 2017 года. Увы, но краткое руководство по наблюдениям оказалось на чешском языке, так как микроскопы поставляются из Чехии. Следующие партии будут на русском. Микроскоп состоит из неподвижного основания, станины и оптического блока. Корпус полностью металлический. Выполнен максимально просто и качественно. Станина имеет возможность регулировки угла наклона в широком диапазоне. Это очень удобно. Вы можете наклонить окуляр микроскопа к себе. В этом положении наблюдать значительно приятнее. Нет необходимости склонять голову вперед. Внутри основания нет никаких элементов питания и электрических схем. Система освещения у микроскопа классическая, зеркальцем. Зеркальце располагается под предметным столиком. Для проведения наблюдений вам необходимо располагать зеркало таким образом, чтобы лучи света от источника попадали прямо в объектив, освещая структуру образца. Модуля верхней подсветки нет. Если вы хотите наблюдать непрозрачные образцы в этот микроскоп, то рекомендуем вам воспользоваться обыкновенной настольной лампой, свет от которой нужно направить на предметный стол. Предметный столик, как и сам микроскоп, тоже из металла, оборудован двумя прижимными лапками для фиксации предметного стекла с образцами. Под столиком располагается колесо с 6 отверстиями. Это диафрагмы. С их помощью можно регулировать диаметр и интенсивность светового пучка, который попадает на образец. Предметный столик неподвижный. Фокусировка осуществляется путем изменения положения объектива. Механизм фокусировки металлический. Это огромный плюс. Главная причина, по которой выходит из строя большинство микроскопов, истирание пластиковых элементов механизма фокусировки. Данному микроскопу это не грозит. На станине предусмотрен стопорный винт, который необходим для ограничения хода оптического блока во время фокусировки. По невнимательности или неопытности вы можете не заметить, как в процессе регулировки резкости коснетесь объективом предметного стекла и раздавите его. Вы и образец испортите, и объектив можете повредить. Обязательно перед началом наблюдений настройте стопорный винт таким образом, чтобы в максимально нижнем положении объектив не касался предметного стекла с образцом. Микроскоп оборудован одним объективом в 20 крат. В сочетании с комплектным окуляром в 12,5 крат получаем суммарное увеличение в 200 крат. Объектив не имеет коррекции аберрации, выполнен частично в пластиковом корпусе. Посадочный диаметр стандартный, при желании его можно заменить. Окуляр пластиковый, линзы без просветляющих покрытий. Посадочный диаметр 23,2 мм. На этом можно закончить осмотр микроскопа. Пора уже перейти к оценке качества изображения в оптическом приборе.
Свои наблюдения будем фиксировать специальной цифровой камерой для микроскопа в 3 мегапикселя. А в качестве наблюдаемого материала используем 5 микропрепаратов из набора Delta Optical и шарики силикагеля. На изображении присутствует целый букет всевозможных аберраций. Но, тем не менее, картинка не теряет своей информативной составляющей. Клеточные структуры и одноклеточные микроорганизмы хорошо детализированы. Яркость освещения зеркальцем вполне достаточная. С наблюдением непрозрачных структур микроскоп тоже справился. Вы видите прекрасное изображение шариков силикагеля. Да, глубина резкости невысокая, но сделайте поправку на то, что это школьный микроскоп с самой простой оптикой. Микроскоп Livinguk 3S-NG с набором аксессуаров мы рекомендуем вашему ребенку как первый настоящий оптический инструмент. Вам достаточно один раз показать, как настраивается резкость и как правильно ловить световой зайчик, и дальше ребенок сможет самостоятельно пользоваться оптическим прибором. Кроме этого, микроскоп замечательно подойдет для учебных целей в кабинет биологии. Благодаря максимально простой и надежной конструкции, металлическому корпусу и минимуму подвижных частей, микроскоп проживет максимально долго в школе, где детвора далеко не всегда будет пользоваться прибором аккуратно. С вами был технический обзор от лаборатории «Астроскоп». До скорой встречи в нашем магазине!